О, вот так. Здорово, чуваки. Собственно, Новый год уже прошел. 1 января уже прошло. И, собственно, я наконец-то выполз из-под новогодней елки. Вот. И теперь записываю этот видос. Кто-то уже писал мне в ВК. Обленился. Кто-то писал то, что я обленился. Ну и не только. Там слоны бегают. Ну вот. Писали то, что... Типа, где видео? Видео? Как где видео? Вот видео. Пожалуйста. Чё, не видео вам? Вот. Зажрались, что ли? Фокусировкой. Вот видите, я подошел, сфокусировался, отошел. Кто не смотрел стрим, очень зря, чуваки. Надо было смотреть стрим. Короче, новогодние приключения я заканчиваю. Сервак закрывается, потому что аренда на нем уже закончилась. Как видите, на заднем плане у нас есть вон вертолетики, всякие тачки и прочее. Ну, короче, это сейчас я вам покажу. Так вот, собственно, поздравляю с Новым годом. Можете написать в комментарии, что вам подарили на Новый год, какие подарки. Вот, ну, в этом году я ударил подарки, правда, всем. Ну да ладно, это не суть важно. Давайте пойдем посмотрим. Посмотрим на технику, которую я не скрафтил в новогодних приключениях. И оружие. Ну и прочую вообще фигню. Так как аренда сервака закрылась, я на сервер зайти не могу. Оплачивать мне лень. Вот. Давайте приступим. Какая классная фокусировка, да? Смотрите. Во, офигеть, да? Короче, вот елка, под ней я лежал. А вот это вся техника, которая тут вообще была, есть и будет. Так вот, собственно, я не скрафтил вот такой вот УАЗик, вы меня хотя и просили, но я его не скрафтил. И, как вы видите, тут есть небольшой дефект. Вот такой УАЗик, я на нем ездил, я его крафтил, ну, вы видели. Но, правда, там не зарендерилось то, что я его крафтил, поэтому это фигово. Также есть такой автобус, ай. Вот, у него открываются двери, и туда можно вот, собственно, зайти... Через крышу пролетел. Вот, то есть можно вот так закрывать, открывать двери. Ну, я на стриме показывал, те, кто были на стриме, те молодцы. И, собственно, вот такие два автобуса. Это более русский такой, на все места можно садиться. Вообще, то есть отличные автобусы, рекомендую. Дальше вот такие две тачки. В них я тоже могу открывать двери, в любое место садиться. Но их я тоже не крафтил, потому что я не добавлял им крафта. Вот такой вот еще был джип. Собственно, его я тоже не крафтил, потому что... Я не добавлял его в крафт, но я вообще показываю, какая техника есть, как бы, в этом паке. Также тут были такие вертолетики, я их оба вам показывал. Один на стриме Где я? Один на стриме показывал, а другой на видео. Вот это на видео показывал, собственно. Вот, у него такие же пулеметы есть классные. Просто вот офигеть можно. Собственно, у меня в сборке вот очень много всякого разного. Серьезно. Вот, еще винтокрыл меня попросили сделать, но я его не показал. Сейчас я вам его покажу, потому что никого на стриме почти не было. Просто сейчас покажу свою сборку, что у нее вообще есть такого интересненького. Вот у нас есть такой вертолет, называется Касатка. Я на нем летал в Battlefield 3. Вот так выглядит Касатка у нас. Прикольный такой вертолет тоже. Знаете, это сейчас чем-то похоже на обзор моду. Вы, конечно же, хотите, чтобы я на ней полетал, да? Да я тоже хочу. Собственно, у нас есть еще вот такой винтокрыл с Fallout Крафта. Вот так он выглядит прикольненько. В нем можно также полетать. Ну, само собой. Что с этим автобусом? Это лоурайдер. Еще у меня в сборке присутствует вот такой вот прикольный танк. На нем тоже можно покататься, только во. Ну, короче, прикольно. В него надо заряжать все.
Короче, у меня вот, смотрите, куча техники просто всякой, самолеты всякие, вертолеты. А, вот, кстати, биплан, да, который я использовал во всяких летсплеях и прочем. То есть вот, вот так он выглядит. Ну, просто мало кто знает, что у меня есть вот такой мод. Так вот. Также есть один из самых худших танков во всем мире, это Абрамс. Только тут ему еще бедняги установили пулемет на нос. Видимо, основная пушка не справляется с задачами. И решили сделать пулемет, потому что эта пушка, она реально убить никого не может. Что в жизни, что в игре, что в Баттлфилде. Никого. Также сюда установили какой-то печенек с щитами двумя и еще какой-то пулемет. А так, танк, на нем покататься не знаю как. Да ладно, знаю, вот как залезть в него. Тут две дырки такие, и так как у меня стоят шейдеры с дофом, то... Вот. Шейдеры с дофом. И поэтому я ничего не вижу. У меня все размыто. Я сижу как в мыльнице. Собственно, вот такая у меня веселенькая сборочка. А как бы скачать я потом скину вам ссылку в каком-нибудь из видео. Ну или никогда. Но не, на самом деле, когда-нибудь да я ее скину. Но дело в том, что у меня Яндекс.Диск не поддерживает такую фигню, что можно дофига раз скачать одно и то же. Вы уж извините меня за это, но... Как бы Новый год сейчас закончился, да? И, собственно, я предлагаю отправить Нузи в космос, потому что там... Ну, не, на самом деле лучше отправить его на дно, потому что его канал скатился. А, ну вот. И вместе с этой елкой сейчас я полечу в небеса. Всем спасибо за просмотр, всем пока.